А ці двоє зранку ошелешали близьких своїм рішенням співати дуету. До «Х-фактора» Оля і Яна, які вчаться разом вже 3 роки, навіть не віталися одна з одною. Ну, на першому курсі познайомились, поняли, що обі поємо, поняли, що є конкуренція якась. Вот. Ну і не дуже ми сильно спілкувалися, не сошлись характерами. Суперницями дівчата пішли і на кастинг. Та вже у холі побачили, конкуренція серед солісток просто шалена. Тож обидві вирішили відкласти особисті непорозуміння заради спільної мрії. І вдалися до репетиції. Ну, я, якщо чесно, удивлена, що ми не поссорились із-за того, що там хтось одне предложив, хтось друге предложив. То зараз ми просто друг друга стараємося доповнювати, а не соперничати. Наоборот. Как настроение? Хорошо, отлично. Все хорошо? Нормально, да. Вы агрессивные, активные? Мы такие, да. Это очень хорошо. Дуэтов очень мало. И, в принципе, это правильное решение, потому что вокалистов гораздо больше. И, в принципе, в этом вопросе есть дефицит. Поэтому, если вы только захотите дать себе шанс сами, вы все сделаете. Но это зависит все от вас. Мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы они нам сказали да. Попробуйте. Девчонки, пожалуйста. Спасибо большое. Удачи. Прошу, прошу, выходите. Здравствуйте. Здравствуйте. А как дуэт называется ваш? Как-то так. Ну, выглядите вы в любом случае гораздо лучше. Благодарю, это уже так радует. Так что подумайте над сменой названия. Может, вы нам что-то посоветуете потом? А давайте мы послушаем, как вы поете, и во время этого подумаем, стоит ли вам вообще что-то советовать. Что вы будете петь? «Горячий шоколад, береги». Пойте, пойте. По-моему, очень здорово. Ну, как-то так. Ну, как-то так. Ну, как-то так. Вы в облегающих лосинах. На сцену вышли как-то так. И только полная скотина смогла бы не сказать вам так. У вас 4 так.
Цілуйтесь на сцені. До побачення. Для цього є табір. Вот умницы, вот умницы. Это очень неожиданно было. Очень спасибо большое судьям, что они что-то увидели в нас. Я впервые вижу девчонок, которые так хорошо спели, но они не ожидали, что им скажут «да». Я узнала об этой истории, когда вы просто были конкурентками, а превратились в дуэт. Да, это правда? Да, это правда. Это удивительная история. И слава богу, и никто полгода назад еще не мог подумать, что так все обернется. Фух. Девчонки, ну я вас поздравляю. Спасибо. До встречи в тренировочном лагере. Вы молодцы. Супер, спасибо огромное. Спасибо большое. Попереду на колишніх суперниць чекають нелегкі випробування. І проходити їх доведеться разом. Та зараз дівчата радіють своїй першій перемозі. Ну, блін, ну, я взагалі не могла подумати, що ви виграли.